In January, it seemed our season was already over. Now, we are one victory away from league and double cup winners. This is the beauty of football, no? This is why we love this game so much and why we give our lives to it. It has been your passion, your hard work, and your talent that has given us the chance to be here today. Destiny, it is forged by your actions. And now, more than ever, we must fight to seize the opportunity that we have created for ourselves. Кстати, одной из особенностей этого берлинского стадиона является характерная синяя беговая дорожка. И неудивительно, потому что это домашний стадион берлинской Герты. И это ее клубные цвета – синий и белый. Итак, состав Баварии. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. И вот состав Дортмунда. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Антер! Тьяго. Шахид. Кастро. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Робер. Кройс идет вперед. Мяч у защитника, он сыграл надежно. На пару решили разыграть эту комбинацию. Кингсли Коман. Бавария держит мяч на фланге, и там есть где развернуть атаку. Мюллер может получить мяч. Кингсли Коман. Бавария переходит в атаку. Можно подать. И подача туда, в сторону. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Юлиан Вайгер. Бавария завладела мячом. Идет в атаку Хантер. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тьяго. Бавария идет вперед. Эмер Топрак. Бавария пробьет штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Хантер. Арьен Робин. Очень эгоистичен этот футболист, но его зацикленность на себе идет на пользу команды. Арьен Робин всегда нацелен на гол и не дает спуску ни себе, ни партнерам. В любом матче, при любом счете. Великолепный пас Марка Ройса. Мяч такой момент у Абамиянга. От углового флажка мяч будет введен в игру дортмундцев. Мяч летит в центр штрафной. И есть кому прострел замкнуть. Сократить. Сыграла просто здорово, не дала время прицелиться и нанести точный удар. Вот это.
Случались у Боатенга ошибки? Ну, у кого их нет? Сейчас, поднабравшись опыта, он стал одним из самых надежных защитников. С ним, конечно, оборона действует уверенно. Бавария на половине соперника. Спокойно выбивает мяч далеко в клуб. Алекс Кантер успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. И как опасно пробил. Потрясающий пас. И так испортил эпизод партнера. Ну, хотел, видишь, сходу пробить, но не получилось. Великолепный пас Марка Ройса. Выбит мяч из штрафной. Хантер. Отобран мяч, надо возвращаться. Абумия. Юлиан Вайгер. Пока неплохо. Есть! Мяч летит в сторону ворот. Мануэль Нойер спасает ворота, но это громко сказано, потому что такие мячи он должен брать одной левой рукой, в смысле. Хантер. Продолжится атака мюнхенцев. Судья не свистнул. И с мячом он идет вперед. Удар! Опасно! Подвели нервы игрока. Мог и команду вперед вывести. Хантер. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Момент. Нет, офсайд. И вот потери в центре поля. Хумельс. Атлетизм, чувство дистанции и хладнокровие делают из Матса Хумельса защитника мирового класса. Он не склонен к неоправданному риску, а значит, надежен. А это главное качество для защитника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дембеле. И ближе к воротам игра переходит. Дембеле! Пьер-Эмерик Обамеян. Гол! Забивает Боруссия. И она выходит вперед. И посмотрим, что будет дальше после этого забитого мяча дортмундцами. 1-0 в нашей игре. Алекс Хантер устремляется в атаку. Обамеян. Сыграли команды первые 40. Это финал Кубка Германии, и мы смотрим второй тайм. Команды уже начали игру, и чем ближе к развязке, тем будет интереснее. Давайте смотреть. Это может быть опасно. Ройс. Марсель Шмельцер. Потерял он мяч, но кому он достанется? Дембеле. Может получиться интересная атака. Дембеле. Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть не точный. Хумельс. Очередной точный пас в его исполнении. Бавария идет вперед. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Нет, не дошел этот пас до адреса. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вряд ли можно в дан... Он накручивает соперников одного за другим. Томас Мюллер. Эмер Топрак. Кингсли Коман. Отлично сыграно, надо решать. Кингсли Коман. Тьяго. Удар!
Мюллер. Гол! Ничейный счет в главном немецком матче. Да, все-таки забивает Бавария. Не смогли дортмундцы их сдержать. Ну и теперь посмотрим, чем ответит Боруссия. Неплохо они реализовали момент и счет сравняли. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Счет снова равный, 1-1. Нури Сахин. Бавария пробьет штрафной. Ничего серьезного, все здоровы, просто обычная замена. Кингсли Коман. А вот и атака баварцев. Две трети матча сыграно. Последний. Вот эта передача. Гёдзе ее выполнил. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Там Ройс может сыграть. Но это совсем мимо цели. Удары с лёта получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Мац Хумельс. Тьяго. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Идет в атаку Хантер. А вот это уже здорово. Мяч покидает пределы поля, угловой в пользу Баварии. В самое скопление игроков угловой подан. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Джошуа Кимми. Хамес Родригес. Алекс Хантер. Защитника просто не заметил. Подавай! Защитник прерывает эту верховую передачу. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Алекс Хантер. Потерял он мяч. Но кому он достанется? С мячом вперед он идет. Мюллер. Какой сейв! Либери! Момент. Нет, офсайд. Судя по усиленной разминке, одного из игроков сейчас будет замена. 20 минут осталось играть. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Есть адрес у этой передачи. Это может быть... Какой момент у Обамьянга? Гол! Они забили! Они вышли вперед! Сейчас соперник наверняка побежит отыгрывать этот пропущенный мяч. Но сказать-то проще, чем сделать это в финале кубка. Игра возобновилась, Бавария проигрывает. Надежно играет защитник, атака прервана. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отлично сыграно, надо решать. Пас на Алекса Хантера. Готовится выйти на поле свежий футболист. Думаю, его задача будет грамотно сыграть на удержание преимущества, хотя иногда такие футболисты не попадают в игру. Рафаэл Герейр увидел открывание впереди, делает передачу. Эрмерик Обамейян. Неплохо в этом эпизоде сыграл Нойер, но и мяч был несложный для вратаря такого класса. Тьяго Алькантара. Мюллер. Тьяго. Тут может что-то получиться. Прошла передача. Мюллер с мячом. Опасно. Один гол нужно отыгрывать команде. И они постараются создать момент для взятия ворот, разыграв этот угловой. В центр штрафной мяч направлен. И выносится мяч из штрафной. Мячом Алекс Хантер. Мяч выбит. Угроза миновала. Угловой разыгрывают футболисты мюнхенской Баварии. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Буатен. Нужно забивать. Спасает вратарь команду. Да, казалось бы, что мяч уже в воротах, но голкипер не дает сравнять счет под конец игры. Мяч летит. Вратарь первый на мяче.
легко забирает мяч вратарь. Ну, с такими ударами этот голкипер справляется очень легко. Кагава. Такие передачи придают атакам остроты. Аут. Юлиан Вайгер. Рафаэл Герейн. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Марио Гёдзе. Кагава. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ну же, последняя атака. Не умерла еще надежда на спасение. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Томас Мюллер. Момент для удара. Они сравняли! Сравняли! Если кто-то думал, что игра сделана, ничего подобного. Они еще поборются, а мы еще насладимся борьбой в этом финале Кубка Германии. Да, и все-таки они добились своего и сравняли счет в этом сложнейшем матче. Очевидно же, что футболисты обеих... Возможно, последний штрафной в матче. Канте. Свисток арбитра означает окончание. Тренеры поговорили с командами, установки получены, дополнительное время началось. Отличный рывок и разрезающий пас на ход. Оставляет мяч. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыгран. Тамис Родригес. Мюллер. И со второй попытки голкипер спасает свою команду. Не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Алекс Хантер оказывается в офсайде. Юлиан Вайк. И вперед он идет. Хантер. Посмотрим за этой атакой. Какой шанс у Алекса Хантера? Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Дембеле. Марио Гёц. Пока неплохо. Прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий. Потому что, как мы уже говорим, ничто не предвещало. Защита справляется. Пишет. Дембеле. Следует прострел. Хороший вынос мяча из штрафной. Вторая половина дополнительная. Команда начинает второй дополнительный тайм. Это последний тайм матча. Алекс Хантер устремляется в атаку. Томас Мюллер. Марио Гёдзе. Пишчик. Ну, отлично здесь они в контрпрессинге сыграли и отобрали мяч. А вот и атака баварцев.
Алекс Кантер. Рафаэл Герейро. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Кантер. 112 минут команда играет. Еще 8. Совсем не обязательная потеря. Это может быть опасная атака. Абумиян пошел вперед. Джошуа Кими. Мячом Алекс Хантер. Рибери. Отличный удар. Ушел мяч в аут. Вбрасывать будет мюнхенская Бавария. Франк Рибери. Мюллер может получить мяч. И выносится мяч из штрафной. Гетце. Мы смотрим на последние 3 минуты игры. Может получиться интересная атака. В этой атаке оборону пройти не удалось. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному. До матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. Звучит финальный свисток, который никакой радости игрокам Баварии не приносит. Команда проигрывает финал Кубка Германии и остается без этого трофея. Проигрывать в финале всегда очень обидно. Тем не менее, Бавария заслуживает лестных слов за то, что команда вообще дошла до этого финала и боролась за трофей. Тем более, что в начале сезона такой сценарий казался совершенно... Alex, another season has come to an end. Each one, it seems to me, to pass more quickly than the last. It's been one to remember. Thanks for believing me, Dino. No, Alex, I should be thanking you. Without the difference that you have made to us this season, I would already be packing up my office. Just call me a miracle worker, your own personal savior. I'm starting to wonder if perhaps you are one. Don't wonder. Cab's here. Me and Granddad need to be getting off to the airport. Have a nice time. Jim's never been to America before. He's been talking about it all week. I'm not sure it's the sights he's excited about seeing. I hope it all goes well. I wish you were coming, Mum. You still could. This project isn't gonna finish itself. Maybe next time. All right. Bye, Mum. Love you. Love you too, son. Look after Jim. See you soon.
You'll love her. Yeah. Hi, I'm Kim. Dad didn't talk about you much, but didn't stop me finding out everything I could. Jim Hunter, brave as a lion, excellent first touch. 22 goals in 68 and 69. Yeah. Gloria, your grandmother and me, we always dreamed about having a daughter, so she would have wanted you to have this. Thank you. So what do you think? You ever gonna get called up for an international? Well, not if he doesn't start working harder off the ball, eh? It's like I'm always telling him. Defending starts from the front. Everyone knows that. Yeah, but I mean, he tends to forget sometimes, you know what I mean? But you don't, do you? I never give him an inch. I love it. I love it more than anything in the world. So you're a striker, eh? Of course. I'm a hunter. Oh, yeah. I'll be there in a sec. Alex. Yeah, who is this? And how'd you get this number? This is Beatrice Villanova. My firm represents some of your teammates. Oh. I know who you are, Miss Villanova. Please, just be. Is this a bad time? No, it's fine. Fine. What can I help you with, Miss Vill... Sorry, B. I'll get straight to the point. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. I feel quite strongly that you've not been getting the opportunities and support that a player of your caliber deserves. Frankly, if you were my client, you'd be a Real Madrid player right now. I'd like to take you out for supper, talk about all this face to face. You pick the city, I pick the restaurant. Thank you.